Получить банковские услуги стало проще. В Люберцах торжественно открыли новый офис Возрождения. Филиал расположен в самом центре города. В нем могут обслуживаться как физические, так и юридические лица. Есть вещи, которые мы, как партнер, можем сделать лучше, надежнее, быстрее. Весь комплекс банковских продуктов, от денежных переводов до кредитования на различные цели. В новом филиале Возрождения сделано все для комфортного обслуживания жителей и организаций. А сделки можно заключить как в основных залах, так и в двух переговорных комнатах. Мы обслуживаем порядка 1500 клиентов юридических лиц, 10 000 физических лиц. У нас порядка 20 банкоматов в Люберецком округе. Это все позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Быть уверенными в завтрашнем дне теперь может и семья люберчанки Елены. Их давняя мечта о большой трехкомнатной квартире уже становится реальностью. Ставка по ипотеке у Возрождения 9,2%. Договор подписали прямо в день открытия дополнительного офиса. Мы с мужем решили улучшить жилищные условия и приобрести квартиру побольше в Люберцах. Обошли ряд банков, ознакомились с тарифами и остановились на банке Возрождения. Показали самые приемлемые условия, проценты, скорость, что важно, оформление заявки. Кстати, ипотеки банк уделяет особое внимание. В ряде случаев закредитоваться возможно даже без первоначального взноса. Бюджетникам Возрождение тоже сделал выгодные условия. Снизил ставку на потребительский кредит. В новом офисе предусмотрена круглосуточная зона 24. Здесь стоит банкомат, которым можно воспользоваться вне зависимости от того, работает банк или нет. Это очень удобно для тех, кто хочет снять деньги, к примеру, по пути на работу или поздно вечером. Второй по счету филиал разместился в самом сердце города, на улице Смирновская. Открыли офис в торжественной обстановке. Гостями праздника стали партнеры предприятия. Первые лица Люберецкого округа и банка Возрождения. Для нас Московская область, для нас город Люберцы – это родная земля. Мы сделали все, чтобы вам здесь было удобно. В традициях банка Возрождения, в традициях честности, надежности, партнерства крайне важно, чтобы был офис, куда вы можете прийти, поговорить, решить свою проблему. И они пришли. Уже в первые дни работы дополнительный офис принял более сотни клиентов. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.